Данный объект имеет ряд отличительных особенностей. Во-первых, это фальцевая кровля. Во-вторых, это огромная терраса. Площадь террасы составляет 100 квадратных метров. На объекте завершен монтаж фальцевой кровли. Площадь кровли составляет 230 квадратных метров. За счет выбранного матового покрытия велюр и профиля кровли, кровля смотрится отлично. Также смонтирована металлическая водосточная система от производителя Grand Line. Кровля и водосточная система черного цвета. Отделка фасада будет осуществляться имитацией бруса с комбинацией цветов. Сама доска окрашена на производстве красками Technis. После монтажа наружной отделки и завершения утепления теплого контура мы приступим к монтажу инженерных сетей и далее к внутренней отделке.